Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Сад Огород своими руками. Сегодня я, как и обещал нашим постоянным зрителям, хочу рассказать, где можно приобрести действительно настоящие профессиональные семена с крупной профессиональной упаковки. Причем это будут семена и овощей, и цветов. Итак, сегодня мы в гостях у Татьяны Викторовны, которая занимается торговлей именно в садово-огородной тематике уже на протяжении сколько лет, Татьяна Викторовна? 20 лет. 20 лет Татьяна Викторовна держит магазин в наших краях. Это именно тот магазин, в котором я каждый год, из года в год, делаю основную массу своих покупок. Много зрителей просят, где купить. Ну, Татьяна Викторовна со своим сыном открывают интернет-рассылки по Украине. Друзья, еще раз хочу сказать, только по Украине, к сожалению, из-за таможенно-бюрократических барьеров за границу мы рассылать не имеем возможности. Точнее, Татьяна Викторовна. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы именно рассылать семена, которые находятся в профессиональной упаковке? Вы знаете, из опыта очень часто приходится сталкиваться с тем, что не все фирмы, которые фасуют семена, добросовестно относятся к фасовке этих семян. Бывает, что семена с просроченными сроками, которые очень плохо всходят. Бывают семена вообще других фирм, потому как, например, фирма Siemens, огурец Mirabel, самый распространенный, красит в зеленый цвет и все свои партенокарпические огурцы. А люди покупают огурец Маша, а он красный цвет накрашен. Это значит, вместо партенокарпического огурца в этой пачке лежат семена пчелоопыляемого огурца. Урожай, естественно, будет на 30-50% ниже. И, естественно, не того огурца, который люди купили за такие деньги. Вот так точно и с цветами случается. Человек даже для себя хочет вырасти именно качественное, именно такое, какое он видит на картинках, видит в рекламах, видит по телевизору, видит где-то возле кафе, ресторана, на улице, у друзей у своих. А вот купил, а оно или не взошло, или вместо петунии вырастает любое другое растение, только не петуния. Или, допустим, купил синий цвет петунии, а получилось красное-белое. Или, допустим, хотел купить смесь, а в смеси оказалась только белая петуния или только синий, один цвет. Поэтому как бы опыт свой собственный, так как мы тоже выращиваем на рассаду. Причем в больших количествах. В очень больших количествах. Вот на данный момент мы своей семьей озеленяем 4 больших города. Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременное. Вот помогаем людям, подсказываем. То есть немножко такой вот ландшафтный дизайн присутствует еще. Поэтому приходится даже себе, высаживая некоторые цветы, особенно от петунию, как-то мы берем вот тысячными пачками, профессиональными пачками, потому как мы много сажаем. А вот мои друзья все просят, ну отсыпь мне оттуда 20, 50 семечек, 100 семечек. Вот пусть будут с разных пачек, дай нам, ну чтоб я знала, что у меня там 30 синих, 30 красных, 30 белых. Вот пришлось не только для друзей со своих пачек давать, а столько людей приходит, наших клиентов, которых мы из года в год обслуживаем, которым тоже хочется преподнести товар, который качественный будет, это первое. С той фирмы, которой мы доверяем, с которой мы очень много лет работаем, и именно то, что предлагает нам фирма «Оригинал». Вот, например, если это «Саката», это будет вот в таких пачках. Вот в таких пачках. Это старая фасовка, но она сейчас еще заканчивается. Идут такой фасовочки. И вот это уже новый дизайн фасовочки фирмы «Саката». Больше других пачек у них нету. Вот в таких пачках продает фирма «Сингента». Смотрите, у них идет вот в таких пачках. Ой, правильно. Вот в таких пачках и еще в тюбиках. Вот, смотрите, сейчас я вам их покажу. Да. Вот в таких тюбиках идет «Pan American» и фирма «Саката». Вот таких вот фирмы, ой, фирма «Сингента». У фирмы «Сингента» немножко ниже тюбика, это «Pan American». Вот их фасовка, это профессиональная фасовка. Если вы покупаете 100 семян, 50 семян в пачке, и написано, что это «Pan American», да, в 90 случаях из 100 это так и есть. Но бывает 10% недобросовестных фасовщиков, которые фасуют не фирменные семена. И для общего обозрения. Вот фирма «Китано», смотрите, вот у них такая фасовочка. Но они тоже идут по 500 семян, по 1000 семян. Людям, допустим, столько не надо. И это 85% наших покупателей, которые не занимаются профессиональным выращиванием цветов, а хотят озеленять свою усадьбу,
подарить своим родителям прекрасное, для них вырастить рассаду, подарить своим детям, вот пенсионеры очень многие сеют, говорят, ой, что мы так много, 300-500 семян сеем, да потому что вот сыну хочется, дочке рассаду помочь, хочется хотя бы прекрасным. И для себя, семена и для ведь недорогие, да, поэтому приходится вот открывать эти пачки и считать семечки по 50, по 100 штучек, по 30, по 80 штучек, считать, упаковывать в замочки, писать этикеточку и покупать. Многие меня спрашивают, а доверяет ли вам вот это все? Но я всегда так говорю, к нам в магазин приходят только те люди, которые нам доверяют. И они ходят многие годы уже, я их детей уже знаю, некоторых внуков уже знаю. И потому как не было ни разу такого прокола, что я в этом виновата. Друзья, ну это что касается семян цветов, что касается семян овощей, которые тоже есть возможность разослать в штучных, будем так говорить, экземплярах нашим заказчикам, да. Покупателям. Татьяны Викторовны. То же самое касается семян овощей. Смотрите, я и мой сын являемся дистрибьюторами очень многих компаний, которые присутствуют в Украине по продаже семян. Смотрите, здесь и фирма Рикцван Украина, здесь и фирма Нюнимс, здесь и фирма Хазера, вот их семена, здесь и фирма Бейозаден, и фирма Семенис, и фирма Энзозаден. Вот на данной полочке помидорчики, здесь огурчики, здесь капуста с кабачками, капуста цветная, капуста брокколи. Ну, все виды продуктов, продукции семенной, как какую вы пожелаете. То есть мы представляем все фирмы, которые есть в Украине. То есть можно любую, да, пачку вскрыть, можно, понимаете, по мы вскрываем, и причем так, мы вскрываем семена в основном в октябре месяце, чтобы мы могли их продать до основной закупки, чтобы они летом не пересыхали в открытых пачках. Если вы будете звонить по телефону на сайт нашей, который указан в сайте нашей компании, то вы сможете получить и помощь агронома квалифицированного. То есть я и расскажу, какие семена можно немножко дать, повысить их энергию, схожести, чтобы вы не потеряли ни одной семечки. Ну, проконсультировать. Друзья, кроме того, сейчас у меня в руках вот пустые баночки от Тепики. Они стали пустыми, потому что тоже были проданы на развес. Ну, людям нет необходимости покупать за большие деньги вот такую банку для того, чтобы избавиться от белокрылки. Я когда-то снимал про этот чудесный препарат, который с гарантией 100% побеждает белокрылку в теплицах и в открытом грунте. Но маленькие дозы настоящего Тепики купить очень трудно. Здесь же, заказав у Татьяны Викторовны, вы можете купить буквально от 4 грамм Тепики. Почему 4 грамма? Потому что именно 4 грамма. Это является дозировкой на 10-15 литров воды при условии использования прилипателей хороших. Да, и потом самый надежный препарат от белокрылки. Я даже аналогов не могу назвать, чем можно побороть белокрылку. Тем более вы выращиваете тысячи томатов. А цветы, да, и цветы, да. И приходится хотя бы 2-3 раза, особенно в конце сезона. Мы стараемся, конечно, обрабатывать в конце сезона очень хорошо. Потому как, чтобы все-таки это химическое средство защиты. Ну, чтобы цветы, то мы обрабатываем постоянно. В конце сезона, то есть, да. Чтобы не подумали, что по помидорам, по плодам, прямо в конце сезона, после сбора урожая, когда растения еще растут и продолжают расти, но уже конец вегетации. Уже мы не собираем. Собрали последние помидоры и стараемся 2 раза обработать. Один раз обработать при этих живых растениях. Потом, когда все вынесли с теплицы, закрываем, обрабатываем древесину, обрабатываем пленку. Вот все, где может быть отложено яйцо белокрылки, стараемся все обработать. Так что, друзья, если кто-то не может найти еще тепики на развес, буквально на 1, на 2, на 5 опрыскивателей, сколько вам на сезон надо для себя, каждый может прикинуть в соответствии с размером участка, с размером выращиваемых растений и заказать буквально на сезон, чтобы вы уже были обеспечены этим хорошим, надежным препаратом в борьбе с белокрылкой. Кстати, он еще кроме белокрылки... Тлю очень хорошо побеждает, очень хорошо. Угнетает клеща. Клещ, который съел, надпил кусочек жидкости с белокрылкой, значит, он уже не имеет потомства. Вот в чем. То есть, он не убивает самого клеща? Да, клеща самого не убивает, но клещ не имеет потомства. То есть средство универсальное, очень хорошее. Да. Так что, друзья, как видите,
это, ну, на мой взгляд, это просто магазин, которым я пользовался задолго до того, как снимаю сейчас это видео. Я давно очень знаю Татьяну Викторовну, ценю за надежность. Ну, они с сыном занимаются, со своей невесткой. Все сертификаты, они сертификаты, лицензии, у нас все есть, да. Официальные дилеры компании. Вот смотрите, Китана. У нас сертифицированы официальные дилеры. Да. И фирма Сингента, вот смотрите, по овощам самая надежная. И Риксван Украины, и Энза Заден, и Симонис. Ну, короче, мы в общем, если... с официальными представителями, да. Только с официальными представителями. Если кто-то решит, ну или захочет действительно надежные профессиональные семена, но только вместо мелкой расфасовки, без подсыпаний, без просрочек всяких, то здесь, я уверен, будет 100% якость. Качество, якость. Якость, качество, 100% будет качество. Друзья, ну вот, чем мог, как и обещал, тем помог. Подсказка вам хорошая. Сайт интернет-магазина «Огородник» находится сейчас в разработке. Некоторое количество наполнения, позиции выставлены уже. Но лучше всего, конечно, звонить по телефонам, либо нажимать кнопку «Перезвоните мне». На сайте есть кнопка «Перезвоните мне», и вам перезвонят, и даже дадут консультацию. Может быть, конечно, да, что-то подскажут. Вы захотите какой-то томат, допустим, сорт. Но вы сомневаетесь в нем. Вот кто-то вам посоветовал, а вы сомневаетесь. Уж я вам расскажу, соответственно, того, в каком регионе вы находитесь, как у вас пойдет этот, не пойдет этот сорт. Это очень важно, потому что не все помидоры, огурцы, не все культуры адаптированы к определенным районам. В общем, Татьяна Викторовна, она агроном с очень большим стажем выращивания, именно практического, не кабинетный агроном, который может, там, почитав литературу, рассказать со слов других. Все это прощупано, ну, трудолюбивыми руками, как говорится, и все до многого доходилось самостоятельно, что-то, конечно. На своем, как говорится, опыте. Поэтому обращайтесь, я думаю, разочарованы вы никогда не будете, да. Звоните, набирайте. Ну, единственное, конечно, условие – это минимальная сумма заказа в интернет-магазине от 200 гривен. Деньги не такие большие. Но, я думаю, позвонив, вы... кстати, друзья, еще. Рукав рассадный – это то, чем я пользуюсь. Ну, чем, в принципе, у нас пользуется. Это самые технологические, дешевые рассадные стаканы. Разного они размера. Мы пользуемся в основном 12-м. Ну, в общем, я хочу сказать, что... На длину, на любую, это сколько бобина? Метров? 500? 500 метров. 500-метровая бобина. Но если вам не надо 500 метров, потому мы что... Мы наматываем. Намотают вам 50 метров, 100 метров. Сколько вам будет нужно. Ну, а в телефонном разговоре вы можете узнать еще о том, о чем мы сейчас даже и близко не скажем. Пленка... полиэтиленовая, светостабилизирована, хороших фирм, надежная на несколько сезонов, разной толщины, разной ширины, 6 метров, 3 метра, ну, сколько кому надо и в любом количестве. Так что звоните, обращайтесь, разговаривайте, вам всегда дадут профессиональную консультацию. Не только о том, что лучше помидоры какие посеять и вырастить, но и также о том, какую пленку использовать, какие удобрения и так далее, и так далее. Вот на этом, наверное, закончим. Да. Такой, это получилось как бы немножко даже рекламный ролик, друзья. Но я вам так скажу, что это реклама, которая поможет многим из наших зрителей, которые действительно уже попадали много раз с некачественными семенами. Здесь все семена, которые, ну, кто закажет в этом магазине, будут вот из вот этих пачек. Поштучно. Поэтому, как говорится, обман здесь исключен. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.